Так. Угу. Хорошо. Так, Петручо, Петя, перейди сюда, да, перейди туда. Я не понял. Ты переходишь туда, да. Давайте, так, я считаю, пошли, дайте подножку. Пошли, уно, уно, двое, выводим, три, патру, выводим руками, чинч, шассе, шапка, оп, ноу, здесь поменялись, баскетбол, второй номер, пошли, уно, двое, три, патру, чинч, шасса, шапка, оп, ноу, здесь. Теперь 5 бросков, это первый номер, поменялись, первый номер, 5 бросочков делаем, пошли, уно, уно, уно! Приготовились. Двое. Три. Патру. Чинч. Шапка. Выпять. Шапка. Пять раз. Шапка. Оп. Баскетбол. Второй номер. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Шапка. Оп. Хорошо. Поменялись. Бросок и кувырок через партнера. Арункая, Шерес, Агалия. Как бы бросок с падением. Пошли. Чинч. Уно. И кувырок. Двое. Андрюшенька там. Патру. Чипаси. Чинч. Бас-ти-бас. Номер доля. Уну. Выше берите. Берите за шею, тогда легче кувырок. Стоит бит. Двое. Чем рукой возьмете, тем легче кувырок делать. Три. Патру. Саш, поворачивайся через плечо, не через голову. Чинч. Разворачивайся. Хорошо. Так, значит сейчас. Саша, ты показываешь заднюю подножку, а Денис, то есть когда он показывает отсюда раз, а ты что делаешь отсюда? Контратак. Контратака от задней подножки, задней от задней подножки. И оп, да, вот так. Пошли, чинчу. Пошли, уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Хорошо, баскетбол. Номер удоли. Уну. Саша, не поднимай ногу. Стоп, сворачивайся. В сторону просто. Двое. Если делаешь, ножки пошире. Еще раз пошире. Три. Патру.
обязательно с подножкой. Чинить. Хорошо. Так, значит, теперь движение. Движение. Денис, идешь вперед, берешь захват с этого угла на тот угол. Андрей, ты с того угла сюда, а вы с этого угла сюда. То есть вы так, так, смотрите, берете захват, идете. Раз, два, три, вытаскиваете, оп, и подножку. Пять раз один, пять раз другой. Вот еще раз, мы идем. Пошли. Если я иду это надеюсь, убираешь ногу. Денис, ты вперед идешь. Раз, два, три. Вытаскиваешь его. Оп, и бросочек. Идешь вперед, разворачиваетесь. Вот, пошли. Уно. Делаем. Движение. Кто делает? Петря? Петря. Три шага вперед, задняя подножка. А ручками на себя, Денис. Сколько раз? А? Сколько? Три. Еще раз. Сколько раз? Пять. Ой, да, мы сын здесь. Вперед. Он идет вперед, да, а ты убирай ногу. Он идет вперед, а ты эту ногу убираешь. Мате, смотрите внимательно, что Мате делает. Смотрите, посмотрите внимательно, Петя. И, да, посмотри, Петя, я делаю шаг вперед, шаг вперед. Да, ты не эту ногу убираешь, он же сюда наступает, убери эту ногу. Он это идет, и ты это убираешь. По второй ноге. Три шага и бросок. Два, три, две и четыре. Ай, боец, боец. Отсюда, да, ну, отсюда идешь, сюда идешь. Куда идешь? Отсюда туда, наискосочек. А вы так наискосок. Эй! Еще твой бросок. На себя и потом бросок. Патру. И еще один. Пиня. Так, вы шли вперед. А теперь вы идете. Я бросаю. Я иду назад. Раз, два, три, оп, и бросочек. Пошли. Да, тогда я назад. Теперь ты идешь. Кто бросает, идет назад, ты на поле. Я буду. Еще одна серия, 5 и 5, и подвигаемся. Уно, двое, три. Так, еще двое. Кто бросает? Ты бросаешь? Ага. Нет, ты. Вот, вот, вот. Мате, баскетбас. Номер удоля. Идем назад. А бросок делаем вперед. Так, еще два бросочка. Еще пять и боремся. Петря, ноги очень близко падают от пола, ножки шире, и маленькие шажочки. Высокие. Хорошо. Так, а теперь иди сюда. Берем захват, идем в эту сторону, пошли.
Один, два, три, вытаскиваем, оп, и бросок. Попыли. Один раз вправо, один раз влево. Или в одну сторону. Последние пять бросков. И сзади. На три. Молодцы. Победит Саша. Англес. Вы ему дали. Финальный. Это две озвучки. Это на что-то. Так, все, договор, где? Лечка. А ты поменялись? Последний бросок пошли. Хорошо. Мате. После команды Мате что нужно сделать? Молодец, Александр. Вот это уже чемпион почти был. Он сразу поправляет кимоно. Правильно. Сразу. Потому что если вы не поправляете и вам показывают. Ой, дайте мне палочку, блин. Я петлю научу. Он у нас пропустил. Нет, вот здесь она у меня. Сейчас. Петря, тот, кто, это шито будет, каждая шито, пипочка, зарубочка на попе. Так, Стали сюда, Денис сюда, Саша сюда, Дан сюда. Вот, видите, как Дини стоит, да, или с этой стороны, вот так, о, правильно, молодец. Значит, ваша задача, вы даете заклад, и когда вам делают заднюю подножку, вы... пацаны, кто к нам пришел, блин, офигеть. Пацаны, я там проснулся, я приехал 20 числа, он обещал прийти, вот он, Макс проснулся. Так, не очень... Они нападают на вас и делают заднюю подножку. Вы защищаетесь не руками, за счет ног. Денис, Макс, подожди. За счет ног. То есть он делает, раз убрал. На третий, четвертый раз можно раз чуть быстрее. Но вы должны отдать захват, взять ответный захват. То есть они нападают, вы защищаетесь. Андрюха. Нападаешь на Дениса. Петля. Нападаешь на... Брат. На него. Брат. На брата. Что это такое, блин? Что это такое? Андрей, на дзюдо? Да. Дзюдо. Еще раз напоминаю. Дзюдо. Только кланяемся. И боремся. Самбо. Жмем руку. Вольная борьба. Руку. Классическая. Руку. Тренда. Жмем ногу. У барана. Готовы? Стоп. Еще раз. Они могут пожестче. Давай помягче, Павел. Саша, шаг вперед. Вышел за этот, сразу на карту. Хаджи! Пошли. Ну что, биткоин? Как же? Первое, сдохли? Да. Спасибо, России. Тебя же кто-то? Так, ты не брать себе, наверное,
еще? Конечно. Сейчас? Да, я так вот профессионально. О, как его банк брать. Вот так делают. В Америке? Да, форма хорошая. Нормально. Ой, ничего сложного. А мой зверь, как ничего я понимал? А что, знаешь, что я там делаю? Сейчас тебе расскажу. Здорово, просто это вот. Что? Могу там? Нет, что это не Как вас сам прыгает?